И сегодня в МИД по итогам переговоров министры иностранных дел наших стран Владимир Макеев и Сергей Лавров подписали соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией. Теперь иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать на территорию России, а иностранцы с российской визой смогут посещать нашу страну. Основу документа составляет полное взаимное признание национальных виз и других разрешительных документов на пребывание. То есть сейчас иностранные граждане получают возможность для посещения обеих стран по национальной визе одной из них. Таким образом, соглашение снимает имеющиеся проблемы по пересечению гражданами третьих стран белорусско-российской сухопутной границы. Мы подписали очень важный документ, он подлежит ратификации, он отвечает интересам укрепления союзного государства через облегчение процессов, которые наши страны, наши народы связывают. Он в интересах европейских и других стран, которые, чьи граждане путешествуют и по нашей территории, и по территории нашей братской Беларуси. Напомню, работа над соглашением велась более 2 лет. Принятые договоренности – это весьма важное решение для граждан третьих стран, которые посещают Беларусь и Россию, представителей бизнеса и дипломатов, одновременно аккредитованных в Минске и Москве.